1956 году нам сделали, заменили всю инженерную коммуникацию, всю. Отопление, свет, вода, канализация, у нас все новое. Для... Поэтому сейчас, если крышу надо отремонтировать, это будет... Будет хорошо. Светлана Неклюева уже четверть века живет в этом доме и потому знает здесь все трещинки. Не случайно единогласно ее выбрали старшей по дому. Рассказывает, кровлю меняли 60 лет назад. Недавно она стала подтекать, поэтому ремонт ждали с нетерпением. У нас четырехэтажный дом, старый постройки, хороший дом, крепкий. Если не будет течь крыша, здесь можно жить, жить и жить. Повезло не только жителям Магнитогорской 4. В Кировском железнодорожном и Советском районах тоже сейчас ремонтируют крыши. От намеченного плана сделали уже 80% кровель. В Самарском и Ленинском районах немного отстают. Там много ветхого жилья. Но к поставленным срокам должны успеть. Такую задачу городские власти ставят на еженедельном совещании, посвященном проблемам ЖКХ. Обсудили проблематику, какие проблемы есть, процент на сегодняшний день тех кровель, которые были выявлены и нуждались в ремонте, уже 60% на сегодняшний день отремонтировано. До 1 сентября в Самаре отремонтируют более 1000 крыш, почти половина из которых имели протечки. Кроме того, готовят к зиме котельные и теплосеть. Продолжается их ремонт, перекладка и модернизация. Елена Малютина, Дмитрий Мешканцов, Сергей Баскин. События.